Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Со мной сегодня Анатолий Эдуардович Юницкий, отец-основатель SkyWay, отец технологии, генеральный конструктор закрытого акционерного общества струнных технологий, который лучше, чем я, во много раз расскажет, где мы сейчас находимся и зачем. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Берлин. Снова берем Берлин, второй раз, Инотранс-2018. Где показаны все достижения транспортной отрасли со всего мира. Хотя я походил и посмотрел экспозиции других, они показывают то, что показывали 2 года назад. Многие. Очень мы показываем, да, реальные. Да. И мы крутую машину показали, и когда наш перевозчик привез, а это было зачехлено, ну, это немецкая компания, которая перевозила наш подвижной состав сюда, они говорят, белорусы привезли какую-то ракету. И вчера тут народ ходил, покажите ракету. Ракета неэффективный транспорт, поэтому это не совсем правильная аналогия. Мы показываем юнилёт, высокоскоростной юнибус, который развивает скорость 500 км в час. Это уникальная машина, она аналогов не имеет. Если перевести электрическую энергию в топливо, в условно топливо, то машина 6-местная будет расходовать на 100 км пути 8 литров топлива. Это как обычный легковой автомобиль при скорости 100 км в час. А при увеличении скорости мощность сопротивления аэродинамического возрастет пропорционально кубу скорости. Поэтому если со 100 км в час скорость увеличить до 500, то это 5 кубе. Мощность аэродинамического сопротивления увеличится в 125 раз. Поэтому не так легко, как кажется, получить высокую скорость. Например, аналогом является это электромобиль. Поэтому с автомобилем это правильно сравнивать. Допустим, Бугатти. Двухвестный Бугатти Верон стоит 3 миллиона евро. Наша машина при серийном производстве будет меньше 100 тысяч долларов. Он будет стоить, ну, вот, юнилёт, как примерно легковой автомобиль. Примерно, так, как джип. Так? Он для получения скорости 500 км в час должен иметь мощность двигателя 3000 кВт. Сейчас у него 1500 лошадиных сил, только 430 км в час. Да? И расход был 100 литров топлива на 100 км в час. Поэтому аналогов в нашей машине нет. И мы ее вот показываем, этого красавца. Эта машина сделана не дизайнерами, как обычно говорят, вот автомобиль сделал какой-то дизайнер. Да, и маркетолог. Это сделал инженер. И форма юнилёта, она обусловлена аэродинамикой. И продута вот, в трубе явно. Безусловно, так продували мы не раз. И это экспериментальные данные CX, это 0,06. Бугатти, он не мог двигаться без антикрыла, потому что он иначе перевернется. Вот если взять с антикрылом, его CX 0,42. То есть оно еще ухудшает его аэродинамически. Безусловно, потому что прижимает, да, зад, иначе взлетит, так? И, то есть мы улучшили аэродинамику по сравнению с вот крутым автомобилем, спортивным, да, спортивного типа, в 7 раз. И при этом у нас нет пневмашины, которая катится по асфальту, и там тоже большое сопротивление к движению при высоких скоростях. Вообще пневмашина при малых скоростях еще более-менее нормально работает, но с учением скорости ее нелинейно сопротивление увеличивается. Очень сильно. И, например, если взять автомобиль, который мы разгоним легковой до скорости 500 км в час, то примерно половина мощности двигателя уйдет на пневмашину. Это 500 и больше лошадиных сил. Чтобы просто придали сопротивление колеса. И половина примерно на аэродинамике. А у нас стальное колесо катится по стальному рельсу. При этом у нас нет эффекта экрана, что тоже ухудшает аэродинамику, когда есть полотно, да? И уникальная форма, когда 2 хвоста. Это мои идеи. И, кстати, японцы сейчас это используют. Но, правда, не ссылаются на автора. Потому что я об этом говорю уже лет 20. И есть иллюстрации там 2000 года, еще раньше, когда едет поезд, и у него 2 хвоста. Потому что именно в хвосте делается аэродинамика, и это самообтекаемая форма. Поэтому это не капля. Здесь нет капли. Это совсем другая форма. И она имеет вот исключительно хорошую ритму. И вторая машина, которая здесь представлена, она стоит там на улице, во дворе, это 18-местный уникар. Это рабочая лошадка, которая отбегала уже не 1000 километров у нас в Экотехнопарке. И 4 августа на Экофесте привезла около 1000 пассажиров. Ну, я надеюсь, что вы подробнее о ней расскажете возле нее. Я думаю, это не последнее интервью для нашей информационной службы. И вообще, очень многие люди интересуются, будете ли вы здесь все 4 дня работы выставки? Да, я специально приехал сюда. Здесь запланированы серьезные встречи, в том числе с инвесторами, в том числе с заказчиками, поэтому я буду здесь. Вот вы предварили мой следующий вопрос. Какова цель участия? Ведь вроде бы уже у нас в кармане реальные адресные проекты и начинается реальная стройка в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот цель участия в выставке хотелось бы узнать у вас. Мы слабо продвигаем, к сожалению, наш продукт, тем более он инновационный. Посмотреть, как там Siemens делают, другие компании. Они тратят на это огромные деньги, на продвижение. Посмотрите вот рекламу по телевидению. Без этой рекламы продукт, товар не покупали бы. Поэтому мы должны еще сильнее рекламировать нашу продукцию. Да? А наша продукция на самом деле не там мотор-колесо, или там не аэродинамика исключительно, или там салон. Нет, на самом деле мы должны продвигать и продавать услугу транспортную, услугу более комфортную, более безопасную, более экономичную и более доступную. Видите, там нет технических терминов. Ни марок стали, ни диаметр колеса, ни мощности двигателя. Все это вот, и та же хорошая динамика на что направлена? Чтобы меньше тратить энергии, топлива, чтобы был билет дешевле. Чтобы мы меньше энергии тратили и меньше нарушали экологию. Поэтому вот такие, как экологичность, эффективность, доступность. Да? Вот главные критерии, что мы должны продавать. И мы об этом должны говорить. И когда заказчик это видит, то он начинает заказывать нашу технику, как более эффективную. Понимаете? Спасибо большое, Анатолий Эдуардович, за интервью. И в конце люди, наверное, ждут от вас каких-то последних, главных, конечно, привычных слов. Итак, SkyWay, спасай планету!